Вы все видите, какая прекрасная погода, да? Да. А что она вам напоминает, эта погода? Весна. Весна, красна пришла. А что у нас за праздник такой веселый? Ну, кроме 1 апреля. Я думаю, что мы повеселимся 1 апреля по стране, это наше не будет. А я вам сказку расскажу. Да, вы все прекрасно знаете, что у нас 8 марта – это день солидарности женщин с мужчинами. Потому что мужчины в этот день берут на себя все тяготы семейного быта, все сковородки – это все их. Ну, хорошо быть братьям вместе. А там, если еще сестры бывают, то братьям вообще очень замечательно. Я хочу просто вот в преддверии этого праздника поздравить вас от лица мужского служения, как таковое намечается у нас, той самой мужской молитвы, которую мы возносим по средам о вас, наши жены, ушки заряжены. Вот. Но вы действительно помощницы, вы действительно те, которые стоят и помогают нам, которые молятся за нас, которые высвобождают нас на тот бой, который мы ведем. И искренний поклон всем вам за то, что вы действительно такие красивые, симпатичные. Вы все разные, но мы всех вас любим, потому что вы созданы для любви. Вы созданы для того, чтобы мы могли смотреть на вас, радоваться и воплощать свои мечты вместе с вами. Хочу небольшой такой стишок нашел. Я хочу вам просто прочитать его, пока наши доблестные братья будут поздравлять вас нашей любовью, которые будут дарить вам небольшие наши скромные подарки, которые мы решили преподнести, чтобы вы всегда видели, сколько у вас братьев. Аминь. Давайте, братья, я пока буду думать. В этом мире крохотно и шатко. Пока солнце будет нам сиять, женщина останется загадкой, что никто не в силах разгадать. Я желаю, чтобы у вас сбывались самые заветные мечты, чтобы вы все время улыбались, ведь улыбка – признак красоты. Я хочу, чтобы беды и печали никогда не посещали вас, чтобы вы друзей не забывали, а друзья не забывали вас. Пусть у ваших ног лежат мужчины, подставляли крепкое плечо. Будьте счастливы, красивы и любимы. Бог вам в помощь. Разве нужно что еще? И я думаю, что наш брат, архиепископ Сергей Журавлев, он произнесет о вас всех молитву, помолится за вас и благословит. Вот так. Слава Богу. По просьбам многочисленным трудящихся мужчин, которые будут 8 марта брать на себя многие хлопоты, а женщинам дадут такую тяжелую мужскую работу, пульт, диван. Это очень непросто, сестры, поверьте, знаете ли, так ни о чем не думать вообще. Многим сестрам это кажется очень как бы сверхъестественным, но мужчинам это дается очень легко, знаете ли. И я хочу еще о чем сказать перед молитвой, перед благословением, что в этом году очень красивое совпадение. 8 марта совпадает со старым, добрым, библейским, еврейским праздником Пурим. Именно как раз 8 марта в этом году, 7 пост Эстер, а 8 как раз именно Пурим. И это очень хороший праздник, дети очень любят, я знаю этот праздник, не только, но и взрослые тоже. Я планирую как раз Пурим вместе с детьми, с женой, детьми вместе провести подарки, и мы детям готовим сюрпризы. Это очень хорошо, это такой добрый семейный такой праздник. И я думаю, Иисус с детства просто был без ума от этого праздника, потому что всем детям на этот праздник дарят подарки. И на Пурим мы вспоминаем одну удивительную женщину,
Эстер Исфирь. Мы вспоминаем Гадасса, ее звали. В общем-то, ту женщину, которая, знаете ли, женщина-легенда. Женщина, которая... женщина, она воплощение женщин, которые меняют ход истории даже. Судьбы народов. Знаете ли, есть такие женщины, которые Бог ставит на такие ключевые позиции, что диву даешься. Бог удивительным образом через эту простую женщину сделал, на самом деле, чудо. Чудо. Бог сделал там чудо. Он спас свой народ. Он покарал врагов. Он сделал возможным то, что яму, которую рыли нам, в нее враги наши сами же и попали. Знаете, вот удивительно, да, судьба той женщины. И мы вспоминаем и других женщин, конечно. Мы вспоминаем и на праздник Пурим, мы вспоминаем и других женщин. Ту самую царицу непослушную, которая руки в боки и хотела по-другому вести себя. Настоящая еврейская женщина, она не так ведет себя. Удивительно, я хочу призвать Божье благословение сейчас на каждого из вас, особенно на женщин, особенно на сестер. У меня вот жена и у меня три дочери. Я хочу их тоже благословить сейчас. Я надеюсь, они сейчас посмотрят тоже эту запись. Да, так что привет, семья. Привет, девочки. Я с вами. И мы посмотрим обязательно это все дома тоже. И я хочу тоже их благословить. И знаете, это удивительно, но Бог нас сводит вместе. И те, кто замужем, хочу вас просто благословить быть хорошими женами. Те, кто собираются в этом году, может быть, или когда в это время замуж, пусть Бог благословит вас именно иметь вот ту половину от Бога, да, с которой вы будете счастливы. И рядом с настоящим мужчиной женщина становится настоящей женщиной. И рядом с настоящей женщиной мужчина становится настоящим мужчиной. Удивительно, Бог нас создал, да, вот такими разными людьми. И я Бога благодарю за милость Его. Я хочу помолиться и благословить вас старым, добрым, библейским, еврейским благословением, которое есть в Библии, в 4 книге Моисеевой. Давайте встанем, помолимся. И, братья, молитесь за сестер, особенно сейчас. Отец наш, общий, небесный, добрый Отец, благой, я благодарю Тебя, Господь, за сегодняшнее это собрание, служение. И благодарю Тебя за наших сестер. Бог всемогущий, благослови наших жен, наших матерей, наших детей. Бог всемогущий, я прошу Тебя, Господь, в эти дни, Господь, яви свои чудеса в их судьбах во имя Иисуса Христа. Боже всемогущий, я благодарю Тебя, Боже, за благодать Твою. Ты даешь, Господь, многим женщинам очень непростое служение. Ты даешь, Господь, очень ответственное и важное служение. Бог всемогущий, я знаю, ты еще больше, много женщин выведешь на особое служение, Господь. Ты помажешь для особой миссии, Бог. И я прошу тебя, Господь, твоего благословения на каждую женщину, Господь Божий. На всех девочек, девушек, Боже всемогущий, будущих матерей и тех, кто уже является матерями. Господь, благослови. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя также за тех женщин, что сейчас не здесь, в собрании, за кого мы молимся. Я также за свою жену и деток тоже молю Тебя, Господь. Боже, и каждый о ком-то еще тоже вспоминает сейчас. Боже, благослови, Господь. Благослови, Боже. И пусть, Господь, женщины будут наши женственными, Господь. Боже, помоги нам, мужчинам, Господь, быть опорой, быть действительно крепким плечом, быть верными и мужественными, Господь, Боже, и помогать нашим женщинам расцветать, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Ve'yaslechom shalom. Da blagoslovit tebya Gospod i
сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа Хамашиах во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу. Спасибо. Спасибо, братья. Это был такой приятный сюрприз.